очень горды, и нам очень приятно, что мы заключили контракт со столь известной во всем мире транснациональной компанией. Условия тут прежде всего такие, что мы предлагаем достаточно широкую палитру наших возможностей. Взамен мы получаем такую же широкую палитру возможностей Coca-Cola. Идея появилась в марте месяце 2018 года, когда я увидел ту любовь самарцев к футбольному клубу «Крылья Советов». Клуб является любимым клубом в Самарской области. И когда я увидел еще на старом «Металлурге» 30 тысяч болельщиков на игре чемпионата России, то я сразу понял, что наша компания и футбольный клуб «Крылья Советов» обязательно должны сотрудничать и повышать любовь детей и подростков к спорту. Мы проведем сегодня для них экскурсию совместно с клубом «Крылья Советов». Их любимые игроки из футбольного клуба их сегодня встретили, подарят им подарки. Это замечательный для них день, который, я надеюсь, они запомнят надолго. Ее транснациональная основа, она как раз-таки позволяет, что мы воспользуемся опытом этой компании, работая во многих сферах, и, соответственно, порадуем наших болельщиков продукцией этой компании. В свою очередь дадим и какие-то положительные эмоции для партнера.